Новый фирменный центр продаж и обслуживания «Вилком» открылся в торговом центре «Авеню». Теперь могилевчане и гости города смогут пользоваться полным спектром услуг, оказываемых компанией. Компания «Вилком» делает все для того, чтобы его клиенты чувствовали себя комфортно и удобно. Приветливые консультанты всегда помогут с подбором тарифного плана. Подключением услуг, а также расскажут о последних новинках современных гаджетов. В свою очередь, руководство компании создает современные и комфортабельные условия для своего покупателя. Компания идет к абоненту. Это спальный район, там, где живет наш абонент, там мы и открываемся. Да? Здесь достаточно большое количество людей проживает, жителей Могилева. Ну, мы пришли сюда, чтобы быть близко к абоненту, быть всегда рядом, всегда подставить, скажем так, плечо. Если у вас вдруг отключился телефон, вы всегда рядом помочь, всегда готовы помочь выбрать нужный тарифный план, выбрать нужный телефон, выбрать удобные условия приобретения. Фирменный офис «Вилком» оформлен в лаконичном и продуманном до мелочей дизайне. Это помогает создать максимум удобства как для сотрудников центра продаж, так и для его посетителей. Новый офис оснащен специальными ячейками для зарядки смартфонов, платежно-справочным терминалом. Здесь же расположен инфоцентр, который позволяет узнать о новостях компании «Вилком» и последних новинках в мире цифровых технологий. И не только узнать, но и приобрести флагманские устройства нового поколения на выгодных условиях со скидками и в рассрочку. Многие наши клиенты хотят сразу с старта продаж приобрести их любимый телефон. Любой флагман, в принципе, от ведущих производителей можно будет приобрести в нашем магазине. Если не в магазине, можно всегда будет заказать через нас. Интернет-магазин тоже существует с доставкой или в офис, или на дом. То есть все условия для клиента. Находится фирменный центр продаж и обслуживания «Вилком» по адресу улица Якубовского, 44, в торговом центре «Авеню». И ждет своих посетителей ежедневно с 10 до 22 часов. Вероника Дробышевская, Леонид Сикорин, Второй канал.